Здравствуйте, уважаемые гости Стамбула. Сегодня я хотел вам показать мавзолей султана Сулеймана и его жены. Вот здесь кладбище перед входом в мавзолей. Здесь захоронены все его подчиненные и так далее. А теперь войдем в сам мавзолей, где захоронен султан Сулейман. Это вход в мавзолей. Вот вы видите, здесь посетители. Свободный вход. Здесь люди молятся. Вот первая гробница, это султана Сулеймана. Потом идут его последующие правители. Из-за света точно и сочно не видно их название. Сейчас я вам точнее покажу. Вот видите, султан II Ахмед Хан. Потом идет султан II Сулейман. Потом идет сам правитель Сулейман. А это видно его принцы. Вот изнутри вид такой мавзолей. Это гробница и мавзолей Хуррем Султана, жены султана Сулеймана. Вот вы видите, внутри все обделано плиткой. Вот здесь, видите, туда вход запрещен, чтобы я вам показал спереди. Я не знаю, какая из могил. Сейчас посмотрим на табличке. Так, первая. Первая — это у нас Хуррем Султан, вторая — Шехзаде Мехмед, и три — Ханым Султан. Вот это первая гробница, это